Всем приветики, ребятки! И сегодня я Люс подготовила достаточно необычное видео, как я буду развиваться в игре Blox Fruit с абсолютного нуля. Мы заходим в нашу игру и выбираем, ну, команду пиратов, потому что настоящие мужички играют за пиратов. Я хочу сказать сразу, что у меня тут есть 10 уровень и 3600 монеточек. Конечно же... Ой, монеточек, блин, долларов. Конечно же, это не полный ноль, но... Я развивалась немножко раньше. И посмотрите, у меня есть 5 часов с половиной Бустана X2 Experience. Если вы не видели видео с кодиками в эту игру и не активировали кодики и хотите получить такой же X2 буст, посмотрите обязательно это видео, подсказочка где-то здесь сверху. Ну, а я хочу сказать, что мы будем развиваться в игре Blox Fruit с нуля за час. Ой, ко мне зашел друг в игру, и нам добавились 15% экспириенсов. Ну что, у меня есть часики, ребятки, я беру, засекаю тут секундомер, беру секундомер и засекаю, в принципе. В принципе, буду включаться, если будет что-то интересное, так что погнали! Ну что, ребятки, прошло примерно 20 минут, и я хочу сказать, что я сейчас на острове Бибизян нахожусь, и у меня 39 уровень совсем, скоро будет наш первый фрукт. Я обязательно тогда включусь, потому что интересно, что же выдаст нам гача. Да, я именно гачей пользуюсь. И вообще, повезет ли нам? Знаете, нам такой там, не знаю, выпадает фрук льда, либо хотя бы дарк. Надеюсь, не будет что-то по типу бомбы или спина, было бы печально. Ну что, возвращаемся через еще 20 минут, либо же через... На моменте, когда я буду получать фрукт. Ребяточки, мой подписчик мне дал фруктик, как раз таки прошло примерно 20 минуточек. Спасибо тебе большое, ты видео, спасибо, что помог с развитием мне. Кушаем этот фруктик, ребятки. И, наконец-таки, у нас будет какая-то сила. Съедаем такой хрустик. И посмотрите, теперь... Ой, у нас есть две способности. Это вот такие вот крылышки, посмотрите, мы призвали. Ну, и у нас еще на X есть способность. В принципе, у меня этого фрукта никогда не было, так что я буду разбираться. Спасибо тебе большое еще раз. Ты видео. Ах, ну что, ребяточки, у меня появился 50 уровень. Кстати, еще раз спасибо моему подписчику, потому что он мне помогает. Тут убивает мобиков и всякое такое. Извиняюсь, что я тебе в чат не отвечаю, потому что время просто на счету, так сказать. Осталось всего 17 минут, и я могу открывать гачу. Давайте подходим, и наш первый фруктик. Ну, точнее, не совсем первый, но все же. Открываем, и какой он будет. Покупаем, и отлично. А... Это спин. Я знаю, что это, ну, это один из самых худших фруктов, если не самый худший спин, и бомба. И, ну, я смотрю, мне повезло, ну, хотя бы спасибо моему подписчику, что у меня хотя бы такой фрукт есть. Он меня случайно убил, ничего страшного. Да, конечно, да, спин вообще фигня. Ну ладно, продолжаем развитие. Ну что, ребяточки, по моим часикам прошло, ну вот примерно часик. По моим часикам прошел примерно часик. И что я хочу сказать? У меня 59 уровень, ну давайте округлим, грубо говоря, 60-й, да. Уровень у меня фрукт, не знаю, как он называется, но фалькон, наверное, потому что тут написано либо винг фрукт, как-то так... Как-то так хорошо меня убили. Мне из гачи выпал спинфрукт, так что мне не особо повезло. Вот мои статы, вот мои вещи. Это вот, да, вот этот спинфрукт как раз-таки. Ну, в принципе, ребятки, надеюсь, видео это вам помогло. Вы узнали, как можно развиться в Blox Fruit. Это еще с учетом того, что мне помогал мой подписчичек. Вот так вот спасибо тебе еще раз огромное. То есть я добилась 60 уровня за 50... Ой, за 50 часов, ё-моё, за час. Я хочу сказать, что я не спидранила, а спокойно проходила, ну, буквально как новичок. Так что, ребятки, если вы начинающий игрок Blox Fruit, то вы сможете добиться за час 60 уровня. Ну, а дальше там, если попадется вам хороший фрукт, я думаю, что
там развитие пойдет, ну, уж очень быстро. Ну что, ребяточки, вот такое видео у нас получилось, но на этом оно, к сожалению, подошло к концу. Я надеюсь, вам оно понравилось, но вы не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик. С вами была Вероника Мазур, и это Ника Шоу. До новых встреч!